Сегодня с нашего завода уходят капитально машины, которые прошли капитальный ремонт на нашем заводе. Это 10 БТР-80 и 2 БТР-70, 79-ю бригаду. Машины были с хранения, которые один наш известный репортер сказал, что это металлолом, который нельзя восстановить, никому не нужно. Мы с гордостью можем сказать, что сегодня мы сделали машины, которые прошли полностью капитальный ремонт и которые могут служить не один год. Мы сэкономили очень большие суммы государственных денег, потому что ремонт, если переводить в эквивалент, обходится очень дешево. Но машины соответствуют, можно сказать, первой категории, потому что машины прошли полностью все циклы испытаний, включая машины даже проходили все до единой плав, каждая из них. Так называемое дождевание, то есть герметичность машины. Машины испытывались на герметичное, на избыточное давление внутри машины, чтобы в случае химической угрозы все, насколько может защитить машину. Ну и каждый узел, агрегат принят военной приемкой и соответствует полностью капитальному ремонту машины. То есть машины эти будут служить не один год, тем более, что мы даем на каждую машину 15 тысяч километров пробега или один год гарантии. Для военной техники 15 тысяч километров – это очень существенный срок, потому что это не легковой автомобиль, который там имеет пробег. Для машины это несколько лет. Все машины абсолютно укомплектованы ЗИПом и полнокомплектные всем необходимым оборудованием и всем, что соответствует инструкции по эксплуатации этих боевых машин.